Друзья, всем огромный привет! Сегодня поработаем с таким вот клеем. Клей Титан. Многие знают его для склейки различных материалов. Но сегодня сделаем с него отличное вещество. Так что вам всем приятного просмотра. Поехали! Для начала с вами возьмем обычный пластиковый стакан. Нальем туда клея. Он довольно-таки густой. Для того, чтобы его разбавить и сделать более жидким, можно использовать ацетон. Хорошенько теперь перемешаем до однородной массы. Он уже стал более жидкий сразу. Давайте попробуем добавить туда колера. Не знаю, будет он с ним размешается, не размешается. Ну, надеюсь, что размешается. Хорошо размешался. Вот такой вот приятный голубенький цвет получился. Пока оставляем в сторонку. Взял кусок ДСП ламинированный. И сейчас заклею ее скотчем. Берем самую обычную бумагу формата А4. При помощи чего-нибудь пластикового разглаживаем. Мы видим, сразу бумага промокает. Сверху укладываем второй лист. Количество листов на самом деле может быть безграничное. Но мы листов до 10 дойдем, пока у нас не кончится наш раствор. Я уже сбился, сколько листов положил. И сверху самый крайний лист укладываем. Берем также деревянный щит. Он у меня проклеен стрейч-пленкой. Ставим его сверху. Берем струбцины и затягиваем. В общем, так вот затянул 5 струбцинками, оставлю это высыхать. Но в моей мастерской довольно-таки прохладно. Сейчас примерно где-то 16 градусов. Довольно-таки прохладно. Друзья, для мастерской приобрел себе качественный некитайский электрический конвектор EVP, который сделан в Турции. Данная модель EVP Pro с электронным термостатом. Имеется информативный дисплей, на котором отображается как температура внутри помещения. Кстати, ее можно регулировать на поддержание температуры от 6 до 30 градусов. Таймер на включение и выключение, это суточное программирование, очень удобно. Можно настроить, чтобы включался в определенное время. Также есть недельное программирование по дням недели. Имеется защита от замерзания. При температуре ниже 6 градусов конвектор включится на 25% мощности, и при достижении 6 градусов конвектор снова уйдет в спящий режим. Также имеется датчик движения, кнопка блокировки, замок детей. Функций на самом деле огромное количество. Конвектор EVIGA имеет 2 контура безопасности. Если на конвектор упадет одежда и вызовет перегрев, то электронный термостат выключит питание. А после удаления предмета питание включится. Также имеется датчик опрокидывания. Корпус выполнен из стального листа толщиной 0,8 мм и усилен рамой толщиной 1 мм для придания жесткости конструкции. Удобная ручка для переноса, имеются ножки, а также настенное крепление. Все конвекторы качественно окрашены с красивыми вариантами цветов. Нагреваются конвекторы быстро и равномерно, благодаря алюминиевому нагревательному элементу. Внутри прибора нагревается воздух и происходит естественная конвекция воздуха и обогрев помещения. Благодаря этому работа бесшумная и не сжигается пыль и кислород. В серии EPK Pro максимальные возможности, но можно сэкономить. Есть более простая серия EPK-E или очень доступная серия с механическим термостатом EPK-M. Все можно посмотреть на сайте компании и подобрать для себя различные варианты конвекторов, электрических полотенцесушителей и обогревателей для ног. На сайте все официально, указаны все цены, все очень информативно и очень удобная навигация с удобным заказом товаров. Друзья, так что переходим, выбираем и приобретаем по моему промокоду EVIGA делай сам, который дает 15% скидку. Ведь это лучшее предложение на рынке по цене и качеству. Так, ну что, друзья, в помещении тепло,
Все должно высохнуть, снимаем струбцины. Да! Да! Вот такой вот материал у нас получился. И это у нас прикольно. Сейчас попробуем его разрезать. Как пластик. О! Новым лезвием в двух раз не прорезал. Очуметь. Ох ты ж, ничего себе. На срез. Плотненькая. Что за материал такой, не разрежешь? Нет. Плотный материал, он изгибается, ну и возвращается на место. Как пластик. Дешево и сердито. Теперь можно делать там всякие коробочки. Для заливок, для чего-либо. Фантазию надо проявлять. Ну реально крепкий материал, посмотрите. Можно еще увеличивать, да, то есть можно еще толще сделать. Это я просто как вариант показал. Даже в полукруглую можно его сделать. Это я просто опять же как вариант показываю. Иногда нужно что-то заливать. Приходится резать пластик, покупать пластик, а он дорогой, и нигде не найдешь, стекло там. А это можно сделать, делается быстро, на скорую руку, дешево и сердито. Друзья, у нас вот такой вот ролик получился. Сделано это из клея, из самого дешевого, стоит он не так дорого. Ушло его не так много, а результат, как видите, налицо. Можно сделать цветные, как видите, правда, получилось почему-то бирюзового такого цвета. Но все равно довольно-таки интересно, не просто белый. Как вариант для исполнения, для художества. Может, кому-то для чего-то пригодится. Друзья, ну я надеюсь, что ролик был вам интересен, чем-нибудь полезен. Вам желаю крепкого-крепкого здоровья. Спасибо, что смотрите меня, что поддерживаете. Все полезные ссылочки будут в описании под роликом. До новых встреч. Пока-пока.